А куда? Видишь? Без проблем. А, ну я хотел, чтобы мы зашли по очереди, и план был очень продуманный, хоть и тупым. Мое лицо! Итак, я спрошу лишь только раз. В новой звезде смерти есть выхлопные отверстия, ведущие прямиком к главному реактору? Тогда мы круто на этом прокололись. Упаси боже, если в нас опять попадет торпеда. Нет, сэр. На этот раз без выхлопных отверстий. Проект совсем другой. Отлично. Да, в этот раз отверстия сделали еще больше. Теперь через него может пролететь целый корабль. Отлично. Вы украли имперский шаттл? А разве его никто не хватится искать? Им никто больше не захочет воспользоваться? Да, все хорошо. Как вы его украли? И откуда вам знать, что никто не заметил? А вдруг они вам сами его отдали? Разве разъезжать на краденом судне под носом у врага не опасно? Как по мне, это ловушка. Это не ловушка. А чего вы все это взяли? Не ловушка. Множество ботанов погибло, добывая эту информацию. Без обид, дамочка, но мы, повстанцы, только и делаем, что умираем за дело. Эти избранные не в счет. Почему мы так плохо стреляем? Не знаю! Мы ведь даже броню носим, а эвоки все равно нас убивают! Твои мысли выдают тебя, особенно мысли о сестре. У тебя есть сестра-близняшка? Да у меня еще и дочь есть! Это чудесно! Надо всем рассказать! У меня есть дочь на маяке! Видишь, что ты наделал? И сколько он теперь будет так бегать? Ты хоть представляешь, как он бесит в такие моменты? Эй, погоди-ка. Ты сказал, что я убил Падме в приступе гнева. Да. Тогда как она умудрилась выносить двух детей? Что-то не сходится. Она, утратила волю к жизни. Ты солгал мне! Я убью тебя! Иди сюда! Эй, спасибо, что появился таким, как я тебя помню, пап. А не в обличии, в котором бы я тебя не узнал. И я о том же. Вот зачем так делать? Я не знаю, о том-то и речь. А я рад, что ты не появился более молодым и бесящим. Боже, вот бы ты посмеялся, да? Я бы такой, с моей точки зрения, джедай зло. Ой, сразу вспомнилось. Поменяйся. Да, поменяйся. Да. Ну, до скорого. А вот, зацените. Это круче, чем гонки не на карах! Не делай. Прошу, не убейте делай. Меня снова! Эй, глядите, кто склеил копыта! Мастер Винду! Мастер Квайгон! Привет, Энакин! Вау, и вы, парни, тут! Стоп! Значит, и Падме здесь? Она ведь тоже здесь, да? Нет? Только джедаи. Ну, тоже не дурно. Зато мы тут все друзья. Ты убил нас всех детьми! Ловко тебе сейчас. Знаешь, кажется, я еще пожалею о своей слепоте. Я чувствую, что пропускаю знатное зрелище. Эй, спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео. Отвяжись! Ну же, почти! У тебя получится, Боба. Так, раз, два! Да блин! Откуда она взялась?